Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня я покажу вам трансформатор, который я собрал, трансформатор. Благодаря ему мы будем подключать разные лампочки, которые работают, не потребляя тока. Вот для этого я изготовил два патрона, видите, повесил, и вот такой трансформатор. Значит, трансформатор включаем вот сюда. Включили. А теперь включаем различные лампочки. Первая лампочка 100 ватт. Как видите, лампочка горит. Потребляется ли ток? Проверим. Ток не потребляется. Лампочка 100 ватт горит. Следующая. Отлаживаем в коробочку. Следующая лампа 12 ватт. Светодиодная. Как видите, горит. Проверяем. Ток не потребляет. Следующее. Отлаживаем в коробочку. Следующее, светодиодное, 15 ватт. Как видите, горит. Проверяем. Ток не потребляет. Следующее. Отлаживаем в коробочку. Следующая вот такая большая лампа, 26 ватт, люминесцентная. Включаем. Как видите, лампа горит. Проверяем. Ток не потребляется. Следующее. Лампа 15. Люминесцентная. Вставляем. Как видите, лампа горит. Ток не потребляется. Следующее. Так. Лампа вот такая. Светодиодная. 10 ватт. Включаем. Как видите, лампа горит. Проверяем. Ток не потребляется. Следующее вот на 8 ватт. Включаем. Как видите, лампа горит. Проверяем. Ток не потребляется. Следующее. Лампа на 5 ватт. Красненькая. Накаливание. Как видите, лампа горит. Проверяем. Ток не потребляется. Следующую.
лампа 3 ватта светодиодная. Как видите, лампа горит. Ток не потребляется. Следующий, ребята. Лампа 5 ватт. Светодиодная. Включаем. Как видите, лампа горит. Вот она. Ток не потребляет. Следующую опять лампа 10 ватт, ребята. 10, вот она. Светодиодная, 10 под старину, 10 ватт. Лампа горит, так, потребление тока 0. Следующую. А теперь, ребята, остались лампы с маленьким соколем. Вот такая. Так. Е14 соколь и мощность 11 ватт. Вот она. Вкручиваем. Вот маленькую, видите, у нас есть маленькая. Два патрона для маленьких и для больших. Видите, горит. Не сразу вспыхнул, но вспыхнул. И ток не потребляет. Следующее. Это уже у нас маленького пошли лампы. Следующая еще такая лампа, ребята. Люминесцентная лампа 20 ватт. Видите? Вкручиваем. Как видите, лампа горит. Проверяем. Ток не потребляется. Следующую. Ребята, еще тут несколько штук. Маленькая лампочка 15 ватт. Лампа, значит, накаливание. Вкручиваем. Как видите, лампа горит. Ток не потребляет. Следующую. Лампа 12 ватт светодиодная. С маленьким цоколем Е14. Вкручиваем. Горит ярко. Как видите, ток не потребляет. Итак, у нас, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть 15, как видите, 15 различных ламп горят, но без потребления тока. Благодаря чему, ребята? Благодаря вот этому устройству. На дросселях трансформатор с дросселями. Вот это устройство, ребята, нам дает бесплатное освещение 15 разных ламп. Благодарю за внимание. Схему тут рисовать не надо. Вот. Схему это надо изготовить, вот это устройство. И тут к нему, видите, я подключил два
патрона. Один на Е27, а один на Е14, чтобы мерить разные лампочки. Благодарю за внимание. Всем стального здоровья и удачи.